На ледовой арене «Метеор» также состоялись просмотровые сборы для формирования команды, которая представит из Заполярья в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Поддержать спортсменов приехала наша съемочная группа. Просмотровые сборы хоккеистов в новую молодежную команду, которую окрестили коротко и победоносно «Викинги», стартовали еще в начале месяца. Чтобы стать частью ледовой дружины, в Мурманск потянулись спортсмены со всех городов России. Всего необходимо набрать 32 игроков. Именно они будут отстаивать честь Заполярья в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. В Олимпийский год мы создаем молодежную хоккейную команду с олимпийским характером. Во всяком случае, такое поручение мы получили от губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чебиса по созданию этой команды. И к этой работе приступили практически с момента поручения. Деньги из бюджета на эту команду были уже выделены. Поэтому процесс создания самой команды, он очень сложный, многогранный и требует решения очень многих вопросов. Для занятий с командой будущих победителей были отобраны два тренера. Вместе они бдительно следят за каждым движением спортсменов, ведь от их выбора будет зависеть судьба викингов. Мы отбираем по спортивному принципу, кто сильнее, быстрее, наглее, умнее. И у кого есть мотивация попасть в нашу команду, те у нас и остаются. Несмотря на то, что на сборы приехали яркие спортсмены из других регионов страны, северных хоккеистов им затмить удается с трудом. Никита Мамедов уверен, у него есть все шансы попасть в команду викингов, а в будущем и переиграть всех знаменитостей нашего времени. Долго отдыхать молодой человек не привык и свои тренировки начал сразу после сдачи экзаменов. 3 недели я готовился. Вот, и потом пришел сюда, и дополнительные тренировки дали мне вкатиться заново. Полный состав молодежной сборной будет известен в конце августа после контрольных игр. Начало соревнований запланировано на 15 сентября.